Заседание Ульяновской городской думы началось с приятного момента. В торжественной обстановке новоиспеченным народным избранникам вручили удостоверение депутатов. До выборов в Ульяновскую гордуму проходили 10 сентября на 38 избирательных участках. Однако новоизбранные депутаты окунулись в работу с головой и выявили проблемные точки в своих округах еще весной, во время праймериза. Основная проблематика – это, конечно, вопросы благоустройства придомовых территорий и публичных пространств, парков и скверов. Ну и вопрос жилищно-коммунального хозяйства – это взаимодействие с управляющими компании. Реализация демографической политики в Ульяновске – первый вопрос, который стоял в повестке. И началось обсуждение несутешительной статистики. За последние 8 месяцев рождаемость в областном центре по сравнению с прошлым годом снизилась почти на 13%. На 2% уменьшилось и количество браков. По словам депутатов, сегодня несерьезно выстроена и взаимосвязь города с региональным Минздравом. Поэтому мы с Рашидом Акрамовичем приняли решение, Сергей Иванович Морозов нам рекомендовал это провести, что сегодня представитель министерства в лице директора департамента будет присутствовать на всех аппаратных совещаниях в городе Ульяновске, доводить проблемные вопросы по данному направлению. По поручению губернатора Ульяновской области сегодня ведется серьезная работа, направленная на улучшение демографической ситуации. К примеру, в этом году в Ульяновске открылся детский сад в новом микрорайоне. Сейчас ведется строительство 2 школ. Недавно работу начал первый центр охраны женского здоровья. В ближайших планах формирование городского фонда успешных семей и создание семейной доски почета. Рената Алиулова, Даниил Сурков, новости Ульяновской правды.